Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание номер 23. Заданию прилагается рисунок, на котором изображены 6 лучей и между ними 5 углов, равных углов. Нам требуется выполнить пункт А, и в нем нужно найти биссектрису угла АОС. Вот наш угол АОС. АОС. Очевидно, биссектрисой угла будет луч ОБ, поскольку луч ОБ делит угол АОС на два равных угла. Угол 1 равен углу 2 по условию. Поэтому биссектрисой угла АОС будет ОБ. Теперь рассмотрим угол Б. О. F. Вот он. BOF. Очевидно, биссектрисой угла будет луч ОД. Вот, смотрите, этот угол равен этому углу, потому что угол BOD состоит из двух равных углов, 2 и 3 углы. И угол DOF состоит из двух равных углов 4 и 5. Поэтому OD является биссектрисой угла BOF. Теперь рассмотрим угол AOE. Угол AOE вот он на чертеже. AOE. Очевидно, биссектрисой этого угла будет луч ОС, поскольку он делит угол на два равных угла. Вот один угол и второй угол. Каждый из этих углов состоит из двух равных углов. Первый угол из углов А, первый 1 плюс 2, и второй угол – это сумма углов 3 и 4. Поэтому биссектрисой угла АОЕ будет луч ОС. Теперь выполним пункт Б. В пункте Б нам требуется указать все углы, биссектрисой которых является луч ОС. Луч ОС. Вот у нас угол 2 и угол 3. Они равны между собой, поэтому биссектриса ОС будет для угла B, O, D. Вот угол B, O, D. B, O, D. Но луч OC будет биссектрисой еще одного угла. Вот OC, вот от OC один угол. И вот другой угол. Эти углы равны, поскольку они равны суммам двух равных углов. Поэтому луч ОС будет еще биссектрисой угла АОЕ. АОЕ. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.